Здравствуйте, уважаемые телезрители! Центр журналистских расследований и его телепроект «Вопрос национальной безопасности» продолжают сегодня открывать личико реальных хозяев крымских пляжей. За чадрой кипрских, сейшельских, британских офшорок не всегда, но проглядываются знакомые черты украинских и российских олигархов, чиновников и политиков. Впрочем, есть и случаи просто аномальные, абсолютно прозрачно оформленные права собственности на здравнице ЮБК. На берегах древнего Лустона прочно обосновались олигархи Александр Лебедев и Вагит Алекперов, а также лидер партии «Союз» и нардеп Украины Лев Миримский и его деловые партнеры, и вовсю прорастает донецкий посев. Абсолютная случайность, но именно с Алуштой прочно связаны фигуранты и нашего второго расследования, с которого мы и начнем нашу сегодняшнюю программу. Две недели назад Совет министров Крыма дал согласие на разработку проекта землеустройства для отвода в аренду двух участков земли на территории железнодорожного вокзала в Симферополе. Там планируется строительство пригородного автовокзала и дорожной развязки. Один участок, 2 гектара, достанется заказчику объекта, Главному управлению капстроительства при Совмине Крыма, а вот будущий пользователь второго участка и, вероятно, потенциальный подрядчик строительства вызвал у нас неподдельный интерес. Почти гектар земли под будущим государственным объектом отводится в аренду на полвека частной фирме, обществу с ограниченной ответственностью «Юждорстройтранс». Созвучность названия этой структуры с хроническим победителем дорожных тендеров в Крыму «Юждорстроем» не случайно. Это дочка фирмы крымского депутата регионала Ржанцева и его более крупного партнера Кирюшка. И никто бы особо не удивился, что фирма из уже испытанной в распилах бюджетных подрядов обоймы стала бы подрядчиком еще одного крупного объекта. Но вот незадача. Проект строительства пригородного автовокзала и развязки по разным оценкам тянет на 500 000 000 гривен. Земля под него конкретной частной фирме уже выделяется. А вот объявление о тендере на его реализацию нам найти так и не удалось. Перцу в этом деле придает и то обстоятельство, что во главе «Юждорстройтранса» стоит хорошо знакомый нашим телезрителям Сергей Клочков, экс-замдиректора фирмы «Призрака Стройцентр-2», отхвативший прошлые годы строительных подрядов на 250 000 000 и ликвидированный, не дожидаясь их выполнения. Но сюжет этой истории оказался еще круче, потому как господин Клочков глубоко погружен в семейный бизнес одного из вице-премьеров Крыма. Сергей Макрушин назовет его имя. Несмотря на то, что земля под грандиозную стройку уже выделяется, даже эскиза будущего вокзала почти никто в глаза не видел, а кто видел, такое ощущение, что показывать не хочет. Изначально предполагалось, что строительство пригородного железнодорожного вокзала и конкорса будет оплачивать тот, кто эти объекты эксплуатирует, Приднепровская железная дорога. И даже более того, в 2010 году был объявлен тендер, но закупку вдруг признали такой, в которой нет необходимости, и отменили. Тем не менее, новый конкорс на Симферопольском железнодорожном вокзале в 2013 году был открыт. Почти 29 миллионов Приднепровской железницы за конструкцию получила днепропетровская фирма «Майстербуд». Сейчас речь идет о строительстве уже не железнодорожного, а автовокзала. Но сколько конкретно будет стоить стройка и как будет выглядеть объект – загадка не только для нас. Даже начальник Главного управления капитального строительства Вадим Мороз не смог нам внятно объяснить, что и кем будет построено на этих земельных участках. Зато о планах стройки в общих чертах рассказал премьер-министр Крыма Анатолий Могилев. Речь идет о следующем. Нам нужно строить в районе вокзала, строить автовокзал. Он там жизненно необходим. Автовокзал может строить только инвестор, за бюджетные деньги мы его не построим. Плюс к этому надо еще понимать вопрос того, что развязка дороги от того места до выезда на объездную дорогу в сторону Евпатории, в сторону Николаевки и так далее, это будут тоже немаленькие деньги, это будет там где-то порядка 250 миллионов. Странно, что строительство крупного объекта, который по разным оценкам вместе со строительством дорожной развязки будет стоить около 500 миллионов гривен, готовится в такой тишине и неведении общества, будто чиновники стесняются своих же грандиозных проектов. Мы направили в Совет министров Крыма и его Главное управление по капитальному строительству информационные запросы с просьбой разъяснить, какие работы запланированы на территории вокзала и на каком основании учрежденная 4 месяца назад фирма получила почти гектар земли под строительство объекта, объявление о тендере, на который мы так и не нашли. Но пока мы ждем официальных ответов, давайте пристальнее посмотрим, кому же дана в аренду земля и кто с большой долей вероятности получит очередной крупный подряд на строительство.
Фирма «Юждорстройтранс», как мы уже говорили, была создана сравнительно недавно, в марте 2013 года. Но сайт госпредприятия «Информационно-ресурсный центр» указывает, директор фирмы уже знакомый нам Сергей Клочков. Знаком он нам в качестве заместителя директора частного предприятия «Стройцентр-2» с успехом распилившего 250 миллионов бюджетных гривен и начавшего ликвидацию, не закончив всех своих подрядов. Название же фирмы «Юждорстройтранс» не просто созвучно имени акционерного общества «Юждорстрой». Эти юрлица прописаны по одному адресу, а по телефонам предприятий подтверждают, что «Юждорстройтранс» по сути дочка ОАО «Юждорстрой», руководителем которого является крымский депутат-регионал Игорь Аржанцев. Этому удачливому победителю множества тендеров по строительству и ремонту наших дорог был посвящен не один расследовательский материал, ведь только в 2012 году их структуры получили госзаказов на сумму около 200 миллионов гривен. Таким образом, делаем промежуточный вывод. Накануне реализации очередного вкусного проекта создается новая фирма, упакованная надежными и проверенными в тендерных делах людьми. При этом руководство дочерней структуры крымских товарищей усилено представителем макеевской команды, поднаторевшим на схеме использования фирмы-прокладки. И все это расположено прямо под бюджетным выменем. Кабинет председателя правления «Юждорстроя» находится буквально напротив кабинета замначальника государственного «Крымавтодора». Вместе, надо полагать, и пилить будет веселее. Все наши попытки связаться по телефону с директором «Юждорстройтранса» Сергеем Клочковым были безуспешны. Впрочем, на наши звонки он не реагирует с тех пор, как не смог внятно ответить ни на один вопрос нашего корреспондента по поводу соответствия «Стройцентра-2» квалификационным требованиям строительных тендеров, которые фирма один за другим выигрывала. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. У нас есть много вопросов по мнению, когда все это занимается. Когда мы можем с вами поговорить? У меня сейчас нет времени. Вы назначите? У меня сейчас нет времени. Вообще никогда? Но отсутствие желания у Сергея Клочкова отвечать на наши вопросы не освобождает нас от обязанности изучить трудовую биографию будущего руководителя грандиозной стройки. Как оказалось, с Крымом он связан давно и проявил себя в разных сферах. Сергей Клочков до 2005 года был директором фирмы «Алуштинский филиал кинообъединения Таврический кинофонд», которая, правда, отметилась не в развитии киноиндустрии, а строительством элитного жилого комплекса на улице Платановой в Алуште. Еще более примечательно это предприятие тем, что в его учредителях тогда значился нынешний крымский вице-премьер Георгий Псарев, супруга Виктории, а также завезенный в Крым в так называемом «Макеевском эшелоне» Дмитрий Татаров, который с 2012 года возглавляет Реском по охране окружающей среды. Бизнес-связи с семьей крымского премьера Сергей Клочков поддерживает до сих пор. Он является директором фирмы «Эспланада», соучредителем которого является мать Георгия Псарева Татьяна. К слову, Татьяна Псарева еще и бизнес-партнер вдовы убитого в 2004 году депутата Алуштинского горсовета Николая Суханека, Елены Суханек. Еще в 2005 году обе они числились учредителями общества с ограниченной ответственностью «Логос Плюс». Отметился Сергей Клочков и в качестве директора юго-восточной сырьевой компании, которая в 2008 году занималась добычей песка в Севастополе. Сейчас Сергей Клочков является соучредителем фирмы «Геотехника Керчь», в ноябре 2012 года получившей согласование Совмина Крыма на предоставление в пользование недр для добычи полезных ископаемых Верхнечурбашского техногенного месторождения, что в 10 километрах от Керчи. Примечательно также, что биография Клочкова была тесно связана с группой компаний «Данко Кэпитал», основанной убитым в 1996 году донецким бизнесменом Александром Момотом, часть активов которой впоследствии поглотили структуры Рената Ахметова. Одновременно с руководством «Стройцентром-2» в 2011 году Сергей Клочков числился директором фирмы «Данко Индастрис», а до 2010 года руководил фирмой «Аракс», учредителем которой на тот момент была фирма «Данко Технологис». Учитывая очень тесные деловые связи Сергея Клочкова и семьи крымского вице-премьера, мы решили узнать у самого Георгия Псарева, насколько близко он знаком с этим человеком и как тот умудрился получить согласование Совмина на аренду почти гектара земли для фирмы, которой 4 месяца от роду. Георгий Псарев от связи с давним бизнес-партнером открестился. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько близко вы знакомы с человеком по имени Сергей Клочков? Не знаком. Как не знаком? Он же ваш бизнес-партнер. Да, кто вам такое не сказал? Не только ваш, но и вашей жены, и вашей матери. Кто вам такое сказал? Моей матери? О чем вы говорите? Вы утверждаете, что... Я не знаком, нет.
Но основаниями опасаться за судьбу бюджетных денег и подрядов для нас является не личность Сергея Клочкова и даже не его биография, а реальные успехи в сфере дорожного ремонта и строительства в Крыму. Это дорога в профессорский уголок в Алуште, подряд на ремонт которой в конце 2011 года выиграл «Стройцентр-2». И уже в 2012 году серьезно поврежденную штормом дорогу пришлось восстанавливать. Ветки закатывают в асфальт. По такой технологии «Стройцентр-2» выполнял капитальный ремонт улицы Кирова в Керчи. Результат. В 2012 году улицу снова понадобилось ремонтировать. О гарантийном обслуживании и речи быть не может, иначе Совмину не пришлось бы направлять на ремонт свежеотремонтированной дороги еще почти 100 тысяч гривен. Мы снова поделились нашими сомнениями с премьер-министром Крыма Анатолием Могилевым. Дать четкий ответ, на каком основании свежеиспеченная фирма получит в аренду землю, крымский премьер не смог, но обещал разобраться. Значит, участки передаются без конкурса коммунальным предприятиям. Передавали это, по всей видимости, коммунальным предприятиям, которые потом могло еще кому-то сдавать это в субаренду, к примеру. Это я, так сказать, не могу вам сказать, навскидку сразу о Юждорстроле. Мы только сегодня принимали решение 15 различных по земельным участкам. Не смущает ли вас тот факт, что эту фирму возглавляет Сергей Клочков, который раньше был заместителем директора фирмы «Стройцентр-2»? У человека очень сомнительная репутация. Как вы эти фамилии? Сергей Клочков. Хорошо, я не разберусь. Уроженец Макеевки. Это стало нарицательным, да? Помнится, Анатолий Могилев точно так же обещал разобраться с ЧП «Стройцентр-2» в самый разгар получения им бюджетных подрядов. Пока разбирались, фирма начала ликвидацию. Но теперь Анатолию Могилеву будет легче. Он может спрашивать со своего заместителя Георгия Псарева. Надо полагать, что хотя бы перед шефом он не будет отрицать очевидные связи. Вы утверждаете, что я не знаком? Нет. Центр журналистских расследований продолжает цикл «Хозяева крымских пляжей», персонифицируя реальных пользователей, даже собственников пляжных зон Крымского побережья. Алуштинский регион не уступает по протяженности Ялтинскому, поэтому пляжи населенных пунктов Большой Алушты мы также будем открывать по отдельности. Но начнем, собственно, Алушты, испытывающие, по словам ее мэра Станислава Колота, острую нехватку пляжных зон для все растущего количества отдыхающих. Но корень проблемы городские власти видят в том, что море съедает берег, который годами не отсыпался и не укреплялся. Мы же к этой тоже рукотворной беде добавим необоснованное ограничение доступа к лучшим пляжным зонам под видом того, что это пляжи оздоровительные. И Алушта здесь не исключение, а вот в чем она отличается от множества прибрежных городов Крыма, так это тем, что многие приватизированные здравницы не превратились в частные дачи и виллы за каменными заборами, а стали привлекательными объектами размещения. Одним из первых в Крыму современные несоветского типа пансионат и отель создал российский олигарх и совладелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, которому в Алуште принадлежит изрядная территория в профессорском уголке. Пансионаты «Море», «Миндальная роща», санаторий «Слава». Пляжная зона с аквапарком находится в аренде у фирм «Миндальная роща» и «Юстас Крым». На территории гостиничного комплекса «Крымская ривьера» вырос новый отель «Редисон». Прибрежная земля передана в аренду фирме «Кронос», в учредителях которой Киевское общество с ограниченной ответственностью «ИФД Капитал», основанная московской компанией с таким же названием. Бенефициарами группы являются российский нефтемагнат, президент «Лукойла» Вагит Олег Перов и вице-президент «Лукойла», владелец московского «Спартака» Леонид Федун. В свою очередь, ИФД «Капитал» владеет еще одной крымской здравницей Большой Алуште, санаторием «Карасан». Но все это давно не новости. Самая свежая информация о доступности и пользователях алуштинских пляжей в материале Анны Шайдуровой и Дмитрия Низового. В Алуште зарегистрировано 56 пляжей. По данным городского совета, на 12 из них можно попасть свободно. Еще 5 имеют статус детских, 10 лечебных, 28 оздоровительных и 1 техническая зона. Все они тянутся непрерывной цепочкой вдоль всего побережья от профессорского уголка до восточной набережной Алушты. Первый, куда мы попали, пляж Любредка, находится в пользовании у виллы «Любимая», которая принадлежит адвокату юридической консультации Киевского района Симферополя Виктории Осининой. Он, по данным горсовета, числится оздоровительным, хотя еще в прошлом году этот пляж был общего назначения. Тем не менее, в проходе к морю в съемочной группе никаких препятствий никто из работников пляжа не чинит. Наоборот, радушно сообщили, что пройти может любой желающий и совершенно бесплатно. Повезло и этой туристке. Скажите, пожалуйста, а пляж бесплатный? Да, бесплатно. С
Стенд при входе на пляж оснащен информацией о правилах поведения, курения и безопасности. Здесь же телефоны горячих линий и новость Центра журналистских расследований о количестве доступных пляжей Алушты. Любредка в эти 12 не входит, а на сайте виллы говорится, что вход только по пропускам. Но для журналистов, получается, сделали исключение. Говорят, вход свободный, в прокате лежаки по 20 гривен и камера хранения за 15. Следующий пляж базы отдыха «Ласковый берег» тоже оздоровительный, то есть имеет право на ограничение доступа. Однако и здесь на входе для журналистов зеленый свет. Кажется, слух о съемочной группе центра бежит впереди нас. При этом работники пляжа убеждают, что пропускают всех, кому хватит места. По соседству два бесхозных пляжа, точнее прибрежные зоны, поскольку пляжа здесь просто нет. Валуны, заваренные проходы к пирсу, ни спасатели, ни раздевалок, ни ограничений при входе. Еще в прошлом году один из них числился, по данным горсовета Алушты, за коммунальным предприятием «Зеленый город», второй за пансионатом «Полет». А в этом году в списке пляжей, предоставленном горсоветом, в графе «Пользователь» пробелы. При этом напротив этих зон заканчивается строительство комнат для отдыхающих, тут же и контакты для желающих снять жилье. Рядом пляжные территории санатория «Морской уголок», принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Крымская юридическая группа». По данным инкурортов АРК, здесь 5 карт пляжа, одна из которых свободна от посетителей, поскольку выглядит не лучше бесхозных соседей. Сплошные камни, ржавые перила и табличка, запрещающая проход. Как рассказал сотрудник санатория Юрий, не пожелавший ни представляться, ни говорить на камеру, оборудовать все пляжи санаторию не по карману. Но оздоровительные пляжи комплекса оснащены по полной программе. Отборное покрытие, вся необходимая инфраструктура. Уважаемые отдыхающие, во избежание несчастных случаев будьте осторожны на воде. Купание детей до 12 лет осуществляется под надзором взрослых. Приятного всем отдыха. Для отдыхающих рядом с морским уголком свободный проход, открыта калитка, оборудованы места для курения, баки для мусора, прокат лежаков. Но за забор только с пропуском. Там, говорит Юрий, уже частная собственность санатория с детскими волейбольными площадками. За санаторием детский пляж детского загородного заведения оздоровления и отдыха «Кристалл», доступ на который закрыт на законных основаниях. Двигаемся в обратном направлении. Как по волшебству, все оздоровительные пляжи, режим доступа на которые определяется администрацией лечебно-оздоровительного учреждения, стали открытыми и бесплатными. Работники одного из таких пляжей, который в аренде у предпринимателя Айдера Гафарова, что не в списках горсовета, присланных на ответ на наш информзапрос, ни в реестре минкурортов не отражено, говорят, что деньги за вход им дают сами отдыхающие от чистого сердца. Они специально приходят, суют деньги. Человек снимает, даже в интернете это было, человек снимает специально на мобильный телефон для того, чтобы потом отчитаться, что вот я поймал его, что он тут занимается поборами, понимаете? А это... Если человек дает это, от этого не откажется, нет, а если человек, допустим, убирает пляж или следит, чтобы не курили, вот мужчина сидит и курит, дети, он распивает напитки, они, если не говорят, они только следят за тем, чтобы был порядок. Но так повезло с беспрепятственным доступом к морю, видимо, только нашей съемочной группе, которая явно выделялась из толпы отдыхающих в купальниках. И работники пляжа не хотели разочаровывать журналистов, уверяя, что все свободно и бесплатно. Через 100 метров от этого места – пляж Львовского национального университета «Политехник». Он пока на замке, но отдыхающих на нем не меньше, чем на соседних открытых пляжах. Люди попадают к морю и выходят обратно, перелезая через перила или под ними, несмотря на возраст и комплекцию. Гости из Москвы говорят, что это практически единственный способ попасть к воде бесплатно. Там 30 гривен платить надо. Да везде. Пойдите, пройдите. По 30 гривен. Говорили в прошлом году, что 13 или 15 пляжей свободно будет. Да. Увы, мы сколько проверили, ни одного нет. Нет раздевалки, переодеться негде. И там тоже негде переодеться. Вообще, конечно, безобразие. Ну, давай, я думаю, что в прошлом году, на будущий год, наверное, очень мало будет с России здесь. Не только с России, потому что и для украинцев ведь тоже дорого, 30 гривен только вход. А деньги? Нормально уже, мне кажется. Вообще, конечно, ужасно. Хотя у нас есть квартира, есть наша собственная квартира. Хотя вот мы отдыхаем в Болгарии, там пляжи свободные все, бесплатные. На закрытом пляже, который все же посещают курортники, спасатели еще не работают. Как пояснил спасатель соседнего пляжа, «Политехник» откроется на этой неделе. Сейчас вы смотрите за... Ну, мы смотрим за порядком. Нет, сейчас поэтому он и закрыт, потому что пляж закрыт, никто не контролирует, не спасает. Да? Люди перелазят через забор, мы их пытаемся гонять. Ну,
25-го откроется, все будет, будут веревки, будут спаскруги, будут спасатели стоять. Ну, это политехника, стоять. Да? Да. В Алуште даже часть ведомственного пляжа государственного предприятия санатория Алуштинский, принадлежащего госуправделами, выделили под платную территорию. Здесь оборудовали песочный оазис, затенили пляж растениями, усеяли лежаками. Контролер на входе не смог сразу сказать ни принадлежность и название пляжа, ни стоимость отдыха на нем. Лечебный пляж, песочный пляж. Но если лечебный, то значит это какого-то санатория. Ты не можешь там в себе быть лечебным. Нет, санаторий. Ну, вы не знаете, как пляж называется? Нет, не знаю. Может, у вас написано на квиточках? Нет, ничего не знаю. А сколько стоит вход? Не знаю. Напоследок контролер сдался и решился таки озвучить цену билета – 40 гривен. Говорит, дорого, но это вместе с шезлонгом, лежаком и за весь день. В восточной части города три карты пляжа получило общество с ограниченной ответственностью «Нева КСК-2008». Учредители и владельцы фирмы не пришлось искать через длинную запутанную цепь фирм-прокладок, как это происходило обычно при персонификации хозяев южнобережных пляжей. Пансионатом владеют народный депутат Украины и лидер партии «Союз» Лев Миримский и его супруга Виктория. Пляжем нардеп поделился с народом по-братски. Из трех карт пансионата одна выделена для бесплатного общего пользования. По соседству с владениями Льва Миринского пляж фирмы «Парк-отель Порто-Мара». Оздоровительный, и туда без пропуска не пройти. Два лечебных пляжа и у пансионата «Демерджи». Итого свободными, еще не названными, остались две карты из трех центрального городского пляжа Алушты «Ласковый берег» возле Ротонды и расположенный там же пляж для инвалидов. В общем-то, все пляжи, которые обозначены в реестре Минкурортов как доступные, в Алуште таковыми и оказались. Их даже больше, чем по официальным данным. Мы рады вас видеть на центральном городском пляже, одном из бесплатных пляжей города Алушты. Найти себе место для принятия солнечных и морских ванн возможно. Если с комфортом, то обойдется от 15 до 30 гривен. Если со своим полотенцем, то можно или потесниться на городском пляже, или перепрыгнуть через забор. К тому же стараниями прокуратуры их все-таки становится меньше. Местами. Что делать с новыми объектами размещения, мини-отелями и пансионатами, которые выросли в нарушении закона при отводе земли под стройку в 100-метровой охранной зоне, часто просто уреза воды? Сносить все бульдозерами или легализовать, заставить платить за ущерб природе или неправильно полученную землю? Судиться годами, тратя деньги налогоплательщиков, национализировать или объявить своего рода амнистию для застройщиков? Не так давно в этой студии заместитель прокурора Крыма Владимир Марыч говорил, что ответы на эти вопросы уже который месяц ищут и в прокуратуре автономии, и идут дискуссии на эту тему на уровне ГПУ. Единого ответа на все сомнительные вопросы и случаи, которыми так богато Крымское побережье, конечно, придумать невозможно, как и выписать одну таблетку от всех болезней. Между тем, очевидным кажется, что одним из главных критериев при ответе на эти вопросы сносить или легализовать должна быть общественная польза от новостроя. Потому что одно дело, если это частная вилла, отгородившая море и берег для радости одной семьи, другое – база размещения, приносящая и рабочие места, и налоги от приема курортников. Попробуем посмотреть на проблему на примере самого скандального новостроя в Алуште – так называемой семиэтажной спасательной станции. Хотя знакомство с документами – так саркастически именовать этот объект оснований не дает. У скандалов с доступом к другим пляжам тоже есть вторая сторона, которую, увы, мы не всегда хотим видеть и признавать. Об этом в сюжете Анны Шайдуровой, который и завершит нашу сегодняшнюю программу. А мы увидимся через 2 недели. Будьте здоровы и информированы. Согласно документам, предоставленным Центру журналистских расследований, в 2009 году Горсовет Алушты утвердил обществу с ограниченной ответственностью «Акватехноспорт» проект землеустройства для передачи в аренду около 8 соток прибрежной полосы для размещения пляжной зоны с оборудованием спасательного поста и строительства климата-павильона для оказания услуг отдыхающим и местным жителям. Этой весной объект был введен в эксплуатацию, а его владелец оформил право собственности на строение. Директор фирмы Игорь Василишин проводит экскурсию на спасательный пост, оборудованный по последнему слову техники. Камеры наблюдения, установленные по обе стороны от строения, выведены на монитор в просторной комнате. Здесь же при необходимости могут оказывать первую медпомощь. С МЧС у нас оговорены все моменты, то есть также обсуждены договора о том, что мы будем сотрудничать по всей части этого побережья. Вот. То есть мы будем предоставлять там, лодки, спасатели для необходимости и так далее на протяжении
всего времени работы нашего поста. То есть, если подходить формально, то никаких нарушений по документам и в натуре нет. Есть и оборудованный пляж, и спасательный пост, и климатопавильон. В виде отеля в 7 этажей с фондом 30 номеров и рестораном в пентхаусе. Как получилось, что строительство столь крупного объекта было разрешено у самой кромки моря, мы можем только догадываться. Директор же настаивает, что все разрешительные документы на строительство были получены в соответствии с законом, позволяющим строить в первой охранной зоне рекреационные объекты, а условия договора аренды пляжа выполнены и с лихвой. Фирма построила и передала на баланс городу ТП, которое будет освещать часть набережной Профессорского уголка вплоть до аквапарка. Все те обязательства, которые мы взяли на себя перед городом социальные, что касается там, обустройства спасательного поста, помощи городу, помощи МЧС, это все мы будем выполнять. Внизу нашего климатопавильона находится Федерация дайвинга. Есть договор о сотрудничестве также, что... Речь идет о каких-то подводных работах, да, то есть о том, что они будут помогать, соответственно, нам, а мы будем, соответственно, помогать городу, да. Фирма «Акватехноспорт» была учреждена двумя известными крымскими мотогонщиками, президентом Федерации мотокросса Крыма Николаем Русиным и почетным президентом Иваном Луценко. На сегодня Луценко остался единственным владельцем фирмы. Официально имени у данного объекта и центра нет, говорит директор, хотя в холле большими буквами написано «Калипсо», и открытие гостиницы «Калипсо» уже разрекламировано по всей Алуште. Здесь же расположился дайвинг-центр Федерации подводного спорта Украины. Когда комплекс откроется, вход на пляж «Акватехноспорта», обещает его директор, будет свободным и бесплатным. Тем временем 21 июня прокуратура Алушты подала новый иск в хозяйственный суд Крыма, которым просит признать недействительным решение Алуштинского горсовета о передаче участка земли в аренду «Акватехноспорту» и признание договора аренды недействительным. Иск зампрокурора Алушты мотивирован тем, что утвержденный проект землеустройства не пошел обязательную госэкспертизу. Еще один спорный объект города – пляж туристическо-оздоровительного комплекса «Чайка». В начале июня в интернете появилось видео того, как пляж в восточной части Алушты поделили на зоны – бесплатные и с повышенным комфортом. Как писали СМИ, бесплатный пляж напоминает место для выгула домашней птицы. Для бесплатного отдыха здесь доступен лишь небольшой участок пляжа без раздевалок. Остальное побережье для избранных, которых от бесплатных пляжников защищает натянутая сетка и заборы. На сообщение отреагировала прокуратура, и все преграды были устранены. Кроме того, надзорное ведомство нашло нарушение при использовании туристическо-оздоровительным комплексом «Чайка» отведенной карты пляжа протяженностью в 50 метров, которая полностью должна была быть свободной для посещения. Директор «Чайки» Сергей Сергеев говорит, что его пляж оздоровительный, и выделить место для бесплатного доступа было его личной инициативой, которая вылилась в скандал. По его словам, стоимость путевки любой здравницы входит и плата за пользование пляжем, и купивший путевку вправе требовать соответствующего комфорта. И человек, приезжая к нам и отдыхая, и когда туда на пляж все подряд идут, кому не лень, ну он задает вопрос, а почему так, почему я плачу за это, почему, кто это такие, что это за дети, почему у моих детей требуете там прививки, там справку об окружении. У меня врач каждого ребенка там пересматривает, и взрослые. Так. Потом они приходят голенькие на пляж, перемешиваются с теми, кто к нам, извините, спустился, мохнатые, с этих гор. И, значит, вопрос, а где же санитарные тогда нормы? Посмотрите, сколько там в палатках стоят, как они питаются. А мы их должны пустить. Они должны прийти, они первые приходят на этот пляж. Мои показатели приезжают, я им говорю, занято все в тени, занято все у моря. Вот это свободный доступ на пляж. По его мнению, открытый доступ к пляжам загоняет санатории-пансионаты в тупик, в то время как развязывает руки нелегальным мини-гостиницам, которые никаких особых налоговых обязательств не несут. Почему мы вскрываем пляжи, открываем их для тех, кто городу ни копейки не приносит? Сегодня не секрет, что сотни гостиниц, которые у нас здесь сделаны, так сказать, они как-то мимо городского бюджета. Может быть, боятся, может быть, еще что-то. И оттуда мы еще давайте им пляжи отдадим. То есть сегодня они ни за что не платят. За свет, воду, газ они платят 4 раза меньше, чем мы. Потому что сегодня до 30 мест это ты не гостиница и можешь не платить. Там другую нагрузку они никакую несут, которую мы несем перед городом свои обязательства. Давайте под них еще пляжи положим. С такой постановкой проблемы согласен и мэр курортной Алушты Станислав Колот. Он также отмечает, что в городе не хватает пляжных территорий для всех отдыхающих. Мы не можем все пляжи сделать пляжами свободного доступа. У нас не такая
обширная пляжная территория. Кроме того, в течение многих лет не производилось восстановление этих пляжных территорий, и только в прошлом году, вот после сильных штормов, были выделены там централизованные капитальные вложения государственные из резервного фонда Кабмина, удалось частично восстановить вот площади пляжных территорий. Поэтому проблема скорее не в соотношении там количества лечебных, оздоровительных пляжей или детских пляжей и пляжей свободного доступа, а в их вообще-то недостатки для нашего региона. Сейчас в Алуште пытаются применить способ восстановления пляжа путем использования материалов самого моря, того, что оно же и съело. Это, говорят, гораздо дешевле и практичнее, чем завозить отсыпочный материал, острую гальку в разгар сезона. Но вряд ли тавральное латание дыр поможет решить ситуацию так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.